чебуречек тепленький, вкусный. Дома лень готовить. А у тебя вкусное? Да. Мне нравятся вот эти. Иногда перекусить. Килограмм или два. Тортик взяли, сейчас хочу мясо взять. Мне надо на этот. Нет, два филе куриных. А, можно одно целое, да. На салатик мне надо. Так все красиво. Уложено. Все. Сейчас очередь дойдет. Приятно смотреть на такие витрины. Фарш тоже красивый. И свиной, и говяжий. Телятинка 249,99, а тут 229. Ребрышки. София, идем. Я говорю, София, посмотри, как красиво. Она с меня смеется, что я все фоткаю. Так, нам надо салат айсберг. Сколько он, 115? Да, 115 отбей. Буду делать салат. Лена, твой любимый, который ты мне посоветовала. Аня, София его обожают. Так, тут яйца 43,50, 45,90, 52,90 и 50. Вот. Можно не готовить ничего, он купил. И пелюсточка, так я и не приготовила пелюсточки. Я вот такой покупала салат, очень вкусный. Так, ладно, мне надо, еще надо. Здрасте. Так, закупка продуктов на день рождения. Что мы купили? Тортик, посмотрите, тортик свежене. Кто не пробовал, называется Рафаэла, да? София, как он называется? София, девушка, как торт называется? Рафаэла? Да, правильно я сказала, Рафаэла. Он очень нежный, вкусный, мягенький такой бисквитик, пропитанный кремом. Советую всем. Какой крем? Крем, торт. Дальше, что мы купили? Купили рыбку. Рыбка у нас семга. Сейчас вам скажу, почем семга. 679,80. Свеженькая. Только порезали вот такие вот прекрасные стейки. Я завтра запеку в духовке. И сразу к маме идем, потому что у мамы духовка газовая, она еще не пробовала на ней готовить, она говорит, я боюсь. В общем, вот такие вот стейки, рыбки. Вставляем. Дальше вы видели, айсберг покупали. Айсберг буду делать вкусный салат. Уже говорила, еще раз скажу, любимый салат Софийный Анечкин. Это мне давала Лена, зрительница. Увидите, я уже готовила, кто давно со мной на канале, девчонки, видели. Но первый раз я готовила, я у себя в городе не нашла айсберг, я готовила с капусты пекинской. Ну, немножечко не то, но в принципе, если у вас нет айсберга, можете заменить пекинской капустой. Листья салата не подходят, лучше пекинская капуста. Я пробовала листья салата, нет. Вот. Ну, айсберг лучше. Для этого же мы покупали гранат. Это для этого салатика. Я, наверное, вот думаю, я гранат дома почищу, отварю грудку. Грудку куриную взяла. Это тоже для этого салата. И до мамы приду, и чтобы там на большое блюдо его собрать. Чтобы я дома в судочке не делала, пересыпала, уже товарный вид будет не ту. Готовится, девочки, 5 минут. Надо только отварить грудку. Все. И почистить гранат. Салат готовится быстро. Так. И купили вот этот вот вкуснейший рулет. Решили колбасу, сыр не брать на стол. Вот этот вот
рулет. Я тогда брала на пробу, первый раз покупали на День шахтера к родителям. Ох, он вкусный пахнет. Я покупала. Тогда стоил 999, сейчас 1050, по-моему, девочки. Где-то был чек. Сейчас вам скажу, чтобы я вас не обманывала. Это капуста. Это капуста. Где-то был чек. Ну, в общем, подорожал. Чеки с Ремеслав в рыбе. В рыбе я нашла. А, в рыбе в этой? Да. Нету. Это чек с этого был, с рыбы. Ну, нам очень понравился вот этот рулет, очень вкусный. Мне сказали, что он нарезается хорошо, ничего не распадается. Единственное, сказали, перед тем, как нарезать на стол, лучше положить там на 15 минут в морозилочку. Тогда вы можете тоньше нарезать. Если нет, ну, тогда такие толстоватые кусочки. В общем, мы решили колбасу, сыр не брать, так как мы и так каждый день едим. А такой рулет не каждый день, на праздничный стол у нас будет такой вот рулетик рыбный. Все. Чай лавре. Все остальное готовит мама. Завтра посмотрим на праздничный стол. Дедушки, какой будет праздничный стол. По-семейному посидим, отметим. Вспоминаю, как в том году Аня приезжала к дедушке. Дедушке 80 лет было. Конечно, за этот год он сдал. Я смотрю, и похудел. И, ну, понятно, все вот эти вот переезды, понятно, то, что происходит, война, это все сказывается. Но он молодец, он держится, молодец. Так, все, скупились. Хорошо так на улице, ребята, так тепло. София шла уже, аж сняла кофту. Я была вот в футболочке, пиджачке, и то мне было жарко, люди в футболках ходят. Но это пару дней. И все, уже будет холодина. Хорошая погодка, прям прелесть. Только гулять и гулять. Чай лавре. Давай чаю попьем, София, хочешь? Хочет. Сейчас заварю чайка, попьем чай. И моджи. Моджи остался. Это мы по чебуречку съели, моджи запили и пошли скупляться. Вчера пришел Женя с работы. Говорит, ты что, орхидеи купила? Я говорю, нет, эта ветка распустилась. Он потом говорит, ай, обманываешь меня. Вы там в комментариях писали, у вас у кого-то такая, только с зелененьким. Да, зелененькая была бы лучше. Но все равно, если вот так стоит, тоже красиво. Я так поставила и для видео тоже так со стороны смотришь и симпатично. Открыла вчера один этот. Еще один себе тут в кухне поставила. Пахнет так вкусно, девочки. Название. Не знаю, что за название. Можно у Софии спросить сейчас. Кто-то писал, девчонки, вот этот миллион вам не понравился аромат, а понравился какой-то другой. Мне кажется, вот этот он у меня. Очень вкусно, нежный такой цветочный аромат. Сейчас Софии спрошу, если она увидит. София. Вот, я не ошиблась. Это Bright Crystal. По-моему, в комментариях написали про этот аромат. И я открыла. Bright Crystal. Очень нежный. Так что мне, я хожу в кухне, мне вкусненько пахнет так хорошо. Парфюм Де Пари. Де Пава сейчас называется. У меня есть видео, ссылочка. Кто хочет, девочки, себе. Они недорогие, эти диффузоры. Но хорошо пахнут. Так, ну что, все тогда. С вами прощаемся. Увидимся завтра за праздничным столом. Приходите в гости по видеосвязи.